Всем привет, дорогие зрители! Мы продолжаем прохождение Темного Мессии. И кто забыл или не помнит, или вообще не в курсах, мы сейчас находимся в статусе погони за Орантиром. Вот этот ненавязчивый портал нам намекает на то, что мы где-то уже все-таки здесь на верном пути, на подступах, так сказать. А, так вот что значила эта запись в дневнике. Да, именно это, Саров. Что, поехали? Друзья, в чем проблема? Что у меня с жизнями? Так все печально. Ни еды нету, баночек. С житухой тоже нету, поэтому придется лечиться маной. Деваться некуда. Благо, мы хотя бы маны набрали. Но все равно довольно проблематично это все. Так, ладненько. Итак, где же этот Орантирушка наш? Где что ты, родненький, затерялся? Так, вернуться по каналам водоснабжения. Лопату возьмем с собой. В землю закопал, надпись написал, что у папа была собака, он ее... Она съела кусок мяса, он ее... Так. Вот куда-то, в принципе, выбрались. Так, друзья, мы здесь уже были, но я немножечко-то заблудился. Куда что нам? Наверх вылезем. Сара, прыгай. Нет, вряд ли. Наверное, все-таки туда. Глава 9. Пылающий город. Так, значит, пришлось решить мне, а не Орантину. Он, впрочем, все еще остается для меня серьезным противником. Не дай Лине себя запутать. Ей неведомо, кто ты такой. Она использовала тебя, чтобы достичь своих целей. А теперь хочет, чтобы ты отверг свой род и свою судьбу. О, да. Похоже, всем женщинам от меня что-то нужно. Не для себя стараюсь. Для нас обоих. И поверь, ты будешь только рад дать то, что мне нужно. И не говори, Зоя, как я скучал по твоим монотонным речам. Так, тут ничего интересненького. Двигаем дальше. А ты кто, малыш? Не ходи туда! Не ходи туда! Ты приведешь сюда упырей, и тогда нам конец! Так иди дальше туда, в склеп. Можешь даже через портал сигануть, как я. Я там всех уже укокушил, тебя никто трогать не будет. А, свежий стонхелмский воздух. А он везунчик. Наконец-то. Я боялся, что тебя схватили некроманты. Они повсюду. Ты не знаешь, как попасть в некрополь, минуя битву? Я нет. А вот кузен Перси знает. Ему знаком каждый дюйм городских катакомб. Я предупредил его о тебе. На тот случай, если со мной что-нибудь случится. Кузен Перси? Где-то я уже слышал это имя. В каком-то мексиканском фильме C, наверное. Так, а ну отойди. Вот. Добивай этого некроманта. Печально. Так, печально. Ах, где мой щит? Молодец, Дункан, давай, добей его за меня. Вернись и сражайся, как мужчина. Это ты упырям говоришь. Так, много, много, много. Я помогу, помогу. Чё, Дункана убили? Бывший везунчик. Ах ты ж сукин ты сын. Ублюдки, я буду мстить.
кстати, блин, эти упыри, они такие противные, ребята. Ну, тут... Очень противные. Давай, ударь меня. И сдохни сразу. Да сколько ж вас здесь, а? Могу умереть, ребята, могу умереть. Помощь, прошу, ну как бы там ни было, Дункану суждено погибнуть. Жаль, конечно. Хороший мужик. Так, ну, блюдо. Нет, Дункан! Дункан! Ха, теперь уже бывший везунчик. Так, ну как бы вас туда вот направить по нужному следу. Вот так. Окружают, окружают. Тактики мелкие, противные. Так. Капец, ребята, я тут не выстою. Ужас. Ужас, как я напрягся. Так, последний. Еще. Когда я думаю, что он только последний остается, прискакивает какой-то еще один упырь. Он ж. И все начинается по новой. Может, мне здесь пробегать надо, их. Они постоянно прибывают. Они точно, друзья, они постоянно прибывают. Надо убегать. А куда уж убегать-то? Так, сюда не пойдем. Сюда. Там лук. Блин, ну это капец, это подстава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как же ж так можно было, а? Ну, ты капец. Твою мать, все сначала. Сдохни. Я ожидал большего. Ты заплатишь за все. Дай только добраться до тебя. Нет, Дункан! Ха! Теперь уже бывший везунчик. Да и я уже третий раз бывший везунчик, блин. Не, ну подстава какая-то, ребята. Так, пустите меня в дом! Куда-нибудь пустите меня, блин! Нет, это не годится. Я противостоял некромантам, убивал циклопов, блин, раскидывал гоблинов, в итоге эти гребаные упыри. Так, если Перси погибнет, будет капец. А где Перси, кстати? Не готовься познать смешный поклон. Плохо стартанули, очень плохо, друзья. Нет, Дункан! Я Дункана убил, ребята. Т-
Да я вставлю щит, какого фига они пробивают меня? Что за бред? Дурдом какой-то, блин. Это жесть. Фу. Обалденное прохождение. Помощь, прошу, спаси! Так, все. Так ты смеешь. Так, может быть, Дункан отвлечет пока мисс на себя внимание, а мы убежим. Давай, блин, выстреливай. И здесь забито. Это куда ж идти? Неужели только воевать? А, кстати, надо попробовать. И еще один осквернитель, получи же ты, проклятый ублюдок. Так. Же бывший везунчик. Да жесть! Да с фигнёй, короче, блин. Они постоянно прут. Нет. Это бред, они постоянно лезут и лезут. Надо уходить. Да, не забывайте, что щитом можно блокировать удары. Я как раз вообще щитом не пользуюсь практически. Так, вот этого ублюдка надо сразу убрать. Доставать лук. Где там? Блин, да неужели не сюда? И не сюда. Наверх. Нет, Дункан! Ты же бывший везунчик. Я двигаюсь, еретик. Так, а ну стой на месте. Дункан, давай, прикрывай меня. Потому что нам тут явно придется туго.
Очень туго. Нет, Дункан! Теперь уже бывший везунчик. Встань! Да твою мать! Я не могу попасть! Пошли вон, мелкие твари! А! Давай, Сарев, давай, ты можешь! Вот так вот, красава! Так, ну они что уже лазят? Вот залезь сюда. О, кинжал льда, еще один. Сколько у нас уже этих кинжальчиков? Кстати, ребята, очень интересно сделана система артефактов. Если мы не находим его где-то в тайничке, да, пораньше, то он нам все равно попадается по сюжету. Я такой толстый, что не могу даже в дырку пролезть, ребята. Хотя, по идее, должен. У бляха! Не должен, я передумал. Я передумал, но с баню. Так, друзья, пока мы сохранимся. Наконец-то мы хоть куда-то добрались. Я так думаю, что теперь по карнизам. Вот сюда как-то надо. Да. А, это тайник? Это всего лишь тайник? Так, зелье лечения как раз хорошо. Ну да. Так, друзья, вылечиться полностью, пока есть такая возможность еще. Так, все заколочено. Саров, ничего другого нам, в принципе, с тобой как бы и не уготовано. Так, мы обошли, да, я так понял. Ничего не вижу из-за этого мигающего щита. Ага. Нас там уже как бы то ни было пасут со всех сторон. Так, ну что, лезем? Лезем вниз? Или спрыгивать? Блин. Все, что мы излечили непосильным трудом, все. Только не говори, что мне туда прыгать надо, вряд ли. А, я отсюда вылез, тьфу, твою дивизию. Ну как так? Где справедливость? Рано радовался. Ну подстава какая-то, в одном месте застрял и как хоть ты убей. Здесь мы все это дело забрали. Так, что у нас здесь? Куда здесь можно сигануть еще? Так, ну нам, по идее, надо туда. Вот блин, а. Ты заплатишь за что? Ну и переделка. Я уж был готов распрощаться с жизнью. Так, это ты, Петерс? Или как там тебя? Я рад каждому новому лицу. Учитывая, что у нас союзников очень мало. Пошел вон. Ух, ты красава. Ты красава вообще, конечно. Это я, наверное, зря сюда пошел. Да, точно. Только поджарил свою ненаглядную задницу. Твою мать. Да не Петерса там убили. Давай сзади его, я пока отвлекаю, ты его пырани. А, ты меня фигаришь? Б.
Блин, ублюдки, 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 ублюдки. Ублюдки. Васян, беги, это подстава. Бляха-муха. Фу, какой-то капец. Сохранение. Двигаемся дальше. Стоунхельма вообще ничего не осталось, друзья. И как быть? Открывай давай, нахер. Ты Петерс. О, блин, нихера себе делал. Да. А ты, значит, Перси? Ты знаешь дорогу в Некрополь? Я, конечно. Система водоснабжения. Я там работал. Я покажу тебе путь через шлюз. Как нам туда добраться? Как? Скажи скорее. Скажи. Какой настойчивый. Посреди дороги сидит циклоп. Пока он там, дальше не пройти. Я смогу открыть шлюз и впустить тебя внутрь. Но по улице бродит восставший циклоп. Пока он не уйдет, я туда не ногой. Ну, понятно. Если ты, конечно, не знаешь обходной путь. Обходной я путь — это справлюсь. Выколоть глаз циклопу. Прибереги силы для Арантира. Приберегем, Зана. Не ссы. Так, мы достали, ребята, хороший лук. Огненный. Лук пламенной ярости. Плюс 7 к урону. Это вообще бомба. Но он требует стрельбы 3. Так, у нас очки умений 11. И мы можем, угадайте, что мы можем вкачать. Мы можем вкачать выносливость. Наконец-то мы можем вкачать выносливость и одеть уже даже не латы, а доспехи стали теней. Они еще круче. Поэтому, наверное, все-таки давайте мы вкачаем... Все-таки 4 очка мы потом доберем, не так много, а вот латы, вот эти одеть, будет очень кстати, поскольку мы воин, поэтому доспехи стали теней наши, все, круто. Кольчугу, кстати, и одежду убийцы, вот это все можно дело повыкидывать. Ладно, оставим здесь. Мужик, я тебе оставляю свои доспехи, смотри, не, как говорится, не просри их. Так, ну, в принципе-то, я готов. Вперед. А, ты меня вперед пропускаешь? Хорошо, давай, я пойду вперед. Веди. Так, тихо. Ой-ой-ой. Он какой-то еще не совсем свежий даже. Это похоже на дохлого циклопа, которого мы в самом начале игры мочили. Так, значит, если Перси погибнет, понятно. Убейте циклопа. Конечно, можно было бы забить на это дело, но... Нам дадут дополнительные очки. Так, ну что? Привет. Ого! Ты чё, охренел? Приятное чувство. На тебе, зараза. Так, нет, я не настолько крут. Фу, от него несет мертвечиной. Разумеется, он мертв и служит Арантиру. Целься в глаз. Я знаю. Можешь не подсказывать мне. Бля. Так. Надо еще подлечиться. Да добьем, добьем. Иди сюда, товарищ. Ой. Бляха. А!
твою дивизию, он уже упал. Ах, да что ж это такая серия невезучая у нас. Совсем чуть-чуть мне не хватило. Это хорошо, что я, как говорится, одел эти доспехи новые. Да не рычи ты, я слышу. Ой. Фу, от него несет мертвечиной. Разумеется, он мертв и служит Орантиру. Ну в жопу тебе! Ой, это он, наверное, сифанул. И мне просто уже аж... Это что такое? Блин, капец, опять. Он у нас падает, и мы умираем. Не выдерживаем такую груду вонючей плоти. Так, надо сильнее заправиться. Фу, от него несет мертвечиной. Разумеется, он мертв и служит гарантиру. Целься в глаз. Приятное чувство. Убирайся прочь. Так, не достаем. Да что ж ты, блин, скажешь? Целься в глаз. Только не в меня. Ну хорошо, что ты хоть косой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой ужас. Фу. Так, ну я еще жив. Да зараза, блин, а. Раздавит. Раздавит. Раздавит, мать твою. Так, а чё я парюсь? Где мой лук? Блин, какой он ловкий, а, зараза. Это чё было? Жесть. Ой, одна серия. Прям хардкор какой-то, друзья. Сейчас я немножко водички хлебану. А то уже в горле пересохло. Ой, хорошо. Перси, иди ты, наверное, первым. Что-то этот мертвый циклоп мне не по зубам. Так. Кстати, а чё мы не одели? А, вот оно в чем дело, друзья. Мы ж ёлки-палки. Нам же ж надо приодеться. Так, вот, доспехи стали теней. Теперь другое дело совсем. И сейчас сохранимся. Так, чё ты сюда бежишь ко мне? Это моя нычка. Приятное чувство. Блин! Ну что ты, громила, иди сюда. Не можешь пролезть. Беда.
слабый хил идет. Жесть какая-то. Иди сюда, ублюдок. С тех пор, как мы впервые пришли в Стоунхелл, я многому научился. Как ты силен. Да он еще не упал, погоди, он сейчас тебя раздавит. Стой, блин, стой, Перси! Или он за ним идет задом. Вот это эпичная смерть была, он долго думал, ему еще подыхать или не подыхать. От него несет мертвечиной. Разумеется, он мертв и служит Орантиру. Целься в глаз. Да я уже убил его, успокойся. Так, и после всего этого, я думаю, надо сохраниться. Нам дали очки умений, и я так думаю, мы сейчас можем прокачать лук. Да. Отлично. Лук пламенной ярости. Поставим его на троечку вместо фаерболов. Отлично. Ну что, побежали. Веди, Перси. Куда нам там дальше? Мне нравится, как они заглядывают, так типа, хопа, вот, типа там ничего страшненького, интересно, нету, нет, все нормально, можно идти дальше. Ну, давай, веди куда. Не смотри на меня таким взглядом, ты меня смущаешь. Вниз. Да, 5 паркур. Давай же, прыгай, а я следом. Ага. Едва не сорвался. Давай, прыгай, Перси! Да этот Перси, мне кажется, сейчас... Ты цел? Я поищу другую дорогу. Пойду в обход и встречу тебя дальше по улице. Давай, давай. Не будь он нам нужен, не умри. Я бы с радостью отправила его на все 4 стороны. Так, теперь новая задача найти теперь. Ой, бля, опять эти ублюдки, упыри. Так, ну с ними нам воевать явно не надо. Куда лезть? Мне кажется, сюда надо. Вот цепь. А. Я застрял. Да что за бодыль в этой игре творится? Так, а ну и спробуем как раз наш новый лук. Подожди. А, под троечкой. О-о-о-о! Вот это круто. Вот это круто. Явился Сарев, сын Изабель. Фу, что за смрад? Похоже на драконью магию. О, так это хорошо. Сейчас еще с драконами повоюем. Зачем тебе идти туда, любовь моя? Входи, оставь свои тревоги. Фу, толчок грязный, я не пойду туда. И подставь лицо лучам света Эши. Могилы разрытые. Так, тут не какой-то корпус некромантов прячется. Ух, какие виды, ребята, красотища, гляньте. Гляньте только, доспехи из стали теней, вот они опять. Так, вот давно вас не было, блин.
Так. Я Дилан. Лина говорила мне о тебе, Сара. Входи. Нет, 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 погодите-ка. Я кое-что проверю. Хотя здесь больше и смотреть-то нечего. Придется идти туда. Ну, по крайней мере, Лина хотя бы замолвила словечко за нас. Это приятно. Я Дима. Лина говорила мне о тебе, Сара. Входи. Давай, говори, что она тебе рассказывала обо мне. Че, все? Сарыф, нет! Гостеприимный... Стой! Это что такое? Ты не посмеешь меня убить! Повелитель мой, я выполню все, что пожелаешь. Я буду твоей навеки! Че такое? Что? Успокойся. В чем дело? Что случилось? Расслабься, девочка. Я никого не убиваю и сам хочу выжить. Так, ну и так это какие-то очищающие воды, друзья. Давайте зайдем, посмотрим. Прекрати! Остановись, или я не знаю, что я сделаю. Свет! Свет рвет меня на части! Я спалю твою душу, любовь моя! Клянусь! Я вырву твою душу! Что ты наделал, сын мой? Ты ответишь за это! Ты заплатишь кровью! Ты прошел испытание. Ты отверг искушение нечистого пламени. За это прими дар чистейшего света. Используй его во благо, Сарыф, сын Изабель. Кто ты? Я древний враг твоего отца. Ступай, возврати череп седьмого дракона. Не дай миру стать огнем и пеплом. Вау. Походу, что сам седьмой дракон только что возвышал к нам. Итак, ребята, мы очистились полностью. И наш разум чист, ура! Наконец-то я не буду слышать эту долбаную зану. Кость дракона. Очень хорошие драконьи клыки. Вау, у нас тут просто столько вкусного оружия добавилось, друзья. Одежду убийцы мы оставим. Так, что нам еще такое выбросить нам ненужное? Стальной брусок мне тоже уже явно не пригодится. Бесконечный колчан, конечно, ну, нужен. Круглый урочий щит не нужен. И остальное, в принципе, мы оставим. Лук, кость дракона и кинжалы. Итак, драконий лук. Плюс 8 к урону. Вау, ребята! Плюс 16, если урон... Это если противник нежить. Возьмем вместо ледяного. Так, далее у нас коготь дракона. Наконец-то я могу владеть этим мечом. Да. Так, что у нас там еще вкусное? Кинжалы молнии у нас были. Сталь теней нам не надо. Посох из стали теней у нас был. Так, ребят, что мы еще? Ага, драконьи кинжалы. Но это для ассасина, мы не ассасин. У нас есть замечательный меч по этому поводу. Так, лук есть. И, кажется, мы еще какой-то взяли посох. Кость дракона, это адепт магии. Да. В общем, для каждого класса имеется свое драконье оружие. Ох, как мы светимся, ребята, круто. Так, ну, я был бы не против, если бы еще какие-то нам супер драконьи доспехи дали. Вообще было бы просто, просто перфект. Так, ну, по-любому мы опять заряжены уже по максимуму. Самое главное, что наша голова чиста. Теперь я самостоятельно могу принимать решения. Это немаловажно. Выходим. Надо, наверное, сохраниться после такого события. А то мало ли.
Ну, врагов я явно нажил уже на свою пятую точку. Че, ничего не хочешь мне сказать? Ой-ой-ой. Это не по мою случайно душу ли? Хотя, в принципе, можно сейчас как раз проверить наше оружие. Да, с одного удара. Тут я понимаю вещь. Вот это оружие. Вот это оружие. Да. Ничего не скажешь. Хороший артефакт. И куда мы теперь? Так, а да, мне ж с Перси надо встретиться. Отдайте меч! Я могу сражаться! У тебя будет время доказать свою храбрость. А если постоишь смирно и дашь мне залечить рану, кто знает, может, проживешь достаточно, чтобы рассказать о ней потомкам. Если пипиську только не отрезали. Умри! Берегись! Они наступают! Упыри! Да. Обходят смерть! Это точно. Да их куча целая. Вернись и сражайся, как мужчина! Так, я хоть правильно двигаюсь вообще, ребята? Так, ну монстром и мы не обделены, как говорится. Так, я явно не туда иду. Ага, понятно. Как красиво. Фаталити то, что надо. Все. Разобрались так. Ну, этот меч мне очень нравится. Нежить рубит на раз-два. С каких-то этих упырей. Гребаных. Так, колчан. Хотя у нас бесконечный колчан. Необходимости в стрелах нет. Так, ну в общем, где же там Перси наш? Фуфырь. Ядовый сок. Так, мана нам пригодится. И что у нас там за ширмой? Грязное белье. Не нужно. Так, кто у нас здесь? Одежда короля ворон. Сейчас проверим, что оно такое. Так, мантия колдуна, доспехи из стали теней. Латы и кольчуга. Ну, не надо, выкинем. Так, а что у нас это такое? Короля воров. Ну, походу, одеть ее не можем, потому что скрытность. Ну, понятно. А насчет
драконьей брони ничего нет такого, чтоб меня еще нежить убила и сама отлетала автоматически. Так, целебное зелье, это нам нужно будет взять. Отравляющий лук не надо. С луками у нас проблем нету. Так, что-то у нас здесь еще горит. Щит молнии. Еще один щит молнии. Давайте возьмем, так и быть. Зелье полного исцеления. Свиток огненного шара. Посох из стали теней. Посох отражения. Эльфийский лук. Выложим. Щит молнии возьмем. Так, здесь что у нас интересное? Хлеб. Всякие вкусности тоже пригодится. Что там говорить? Зелье каменной кожи, длинный лук. Не надо. Лука, кстати, дофигища. Вот этот хлеб весь мы как раз и сожрём сейчас. Так, я покушал, подзаправился. О! Это ты или Перси? Твою мать. Фух, напугал ты, однако. Жесть, ребята, мутируют уже жители города. Это страшно. Плохо дело, плохо дело. Вот блин, а. Так, ну я думаю, мы на правильном направлении. Так, если Перси погибнет... А, так кто не Перси был? Перси, значит... Это ты, Перси? Блин, вы все одинаковые, ёлки-палки. Вот мы и пришли. Попробую впустить тебя внутрь. Да ну постарайся уж как-нибудь, пожалуйста. Так, как бы там ни было, ребята, сохранимся. Видишь решетку? Угу. Я открою ее, когда уровень воды поднимется. Так давай пустим воду. Давай пустим. Поверни его, чтобы вода полилась. Как только уровень поднимется, я открою решетку и впущу тебя внутрь. А где ты вентиль показывал? Потому что я такой невнимательный, блин. Посмотрел вообще не туда, куда надо. Так, хорошо, я понял, что нам надо туда идти. Так, а что здесь? Я жду! Я ничем не смогу помочь, пока ты не повернешь вентиль. Поднимись по лестнице! Ух ты, блин, сколько здесь зелий! Хорошо, что я сюда заглянул. Так, по лестнице, значит, надо наверх идти. О, тайник еще один. Тайники, это хорошо, мы любим тайнички. Загребаем все, что есть. Так, и что у нас тут? Сундучок. Свиток телекинеза. Угу. Больше ничего интересного. Значит, не сюда надо было подниматься. Да что ты скажешь? Фу, мусолит глаза, друзья. Не могу, я у меня от этого щита обалденного. Просто, ну,
глаза вылазят. Так, святой лук возьмем, попробуем. Подняться вверх по лестнице. Да ты, зараза, сдохни! Ублюдок. Блин, я слышу, еще бежит. Иди сюда. Блин, ты меня ж прибило, твою мать. Так, давайте, давайте, умирайте уже, хватит вам. Нагулялись. По городу, пока меня не было, хватит, экскурсия закончена. Там еще клюкает. Долой башку с плеч. Еще бегает, а сколько вас там, блин, капец. Вот этот винтик. Ну как-то так. Так, ну давай, Перси, вся работа теперь за тобой. Мы что смогли, то сделали. Или мне и там надо тоже самому покрутить. Ну чё? Ну я сделал всё, что ты просил. Так. Подплывите к решётке, чтобы попасть... систему с водоснабжения. А, мне туда плыть надо, блин. Ну давай, давай, окей. Я поплыву. Путь в крепость открыт! Удачи! Только ж смотри, эту решетку на меня не опусти. А то вся надежда человечества будет потеряна в один момент. Да, ничего не видно. И опять мы в канализации, в сточных водах, ребята. И миссия у нас найти вход в некрополь. Что я предлагаю уже осуществить в следующей серии. Спасибо за внимание и до скорых встреч.